Гражданину СССР положено иметь две родины, большую и малую. У осетина имеется еще средняя. Таким образом, у северного осетина родин три – Осетия, Россия и Союз. У южного столько же, но вместо России – Грузия. И жили они так почти 7 десятилетий кряду, с той поры, как два средних брата поделили между собой осетинский народ. Но на финише 80-х произошло нечто экстраординарное. Так как я ни в коем случае не хочу обвинять целый народ в массовом помешательстве, то делаю вывод, что среднюю родину южных осетин потряс пассионарный толчок. Иначе чем еще объяснить, что грузинские демократы стали называть осетин гостями? Лидер пассионариев, господин Гамсахурдия, так и заявил, мол, никакой Южной Осетии не существует, и пусть осетины убираются с грузинской земли. Осетины посмеялись, отнеся это заявление насчет менгрельского юмора. Юмор обернулся трагедией. Бывшие братья напали на Цхинвал и открыли огонь из автоматического оружия. В канун Рождества началось изживание осетин. Раскачивается мутный маятник войны, шарахается от подлости к нищете, повисает над бездной. Земля, над которой качается маятник войны, перестает быть землей. Она становится территорией. Осетинам объявили, они должны либо покинуть эту территорию, либо умереть. В ход пущены наиболее изощренные по своей лицемерности средства. Грузия поспешила провозгласить себя независимым государством и объявила блокаду Советскому Союзу. Гамсахурдия обратился к президенту СССР с просьбой проявить демократичность по отношению к Грузии. Демократичность президента должна выразиться в выводе войск МВД СССР из Южной Осетии. И тогда бандиты без помех расправятся с осетинами, разоруженными теми же войсками. 3,5 миллиона грузин против 60 тысяч осетин. Такую демократию уже испытал на себе народ Испанской Республики в 1936-м. Только тогда это называлось нацизмом. И если не восстать против нацизма сегодня, завтра
Гиена ненависти сожрет рассвет, и тогда ночь вломится в ваши окна, и земля ваша станет территорией. Мама!